Что-то, походу, лягушки сломались. Такое ощущение прям складывается. Доброе бодрое утро, дорогие друзья. Все те, кто там сейчас сидит, с той стороны, лежит, не знаю, открыл один глаз. Уже вам доброе бодрое утро. Вы уже просыпаетесь, наверное, утро. Неважно, во сколько это дня происходит у вас и когда, но все равно. Птички для вас поют. Лягушечки, вот одна. Почему-то вчера их много было. Надеюсь, когда вернемся, будет побольше тут квакать. И мы начинаем сегодняшний проход к морю. Через тернии, как говорится, звездам. Дай бог, все получится, и все будет прекрасно. У нас потихоньку спадает уровень речки. Поднимается солнышко. Сейчас оно выглянет прямо из-за угла и подарит вам лучик свой. Солнце золотое. О-о-о, появилось. Красота. Чего это ты не рискнул? Чтоб дома не сидеть, да? Доброе утро. Как у вас, ничего? У меня нормально. Ваши ожидания не оправдали. Какие по поводу? Ну, власти с вами не хотят разговаривать. Так не, я сегодня не ждал, в смысле, вчера не ждал. Конечно. Что им с вами общаться? Не, пообещали, что, по-моему, сегодня или завтра там кто-то должен... Или 30-го. Да вообще все равно, честно. Что изменится? Ничего ж не изменится. О, кстати, подстригся. А где ты подстригся? Машинку купил, вот так вот. Сел возле зеркала. Ну как, в рекламе показывали. Рекламу насмотрелся, думаю, что я сам не смогу. Ночка мне. Сел возле зеркала, аккуратненько. Серьезно? Конечно. Не верю. Не так похоже это на стрижку, которая, знаешь, вот как ты говоришь, там машинка возле зеркала. Да ладно, может, я просто очень хорошо умею. Нет. Если бы ты только купил машинку, то 100% нет. Я просто стригся. Я вот сейчас до сих пор не могу решиться, чтобы самому себя подстричь, потому что немножко стрёмненько. Это будет даже хуже, чем меня жена подстригла. Ну а что ты не видел в этом рекламе? Они всегда вот так сядут, чуть-чуть выбрил. Не, не смотрел, честно. Смотри, велосипед. Кто-то уехал в Турцию, остался велосипед. Это... Да я знаю, не порти ностальгию. Ну тот, который всегда там, всегда. Да, да, да. Вот тут, все есть, ничего нет. Здесь же так прикольно, то есть все, понимание того, что человек приехал, бросил эту Россию, говорит, нафиг, нет, причем, видите, никого нет, нигде. Только велосипед, море, и все. Говорит, не было, не было. Это вот человек приехал и говорит, все, я надоело жить в карантине, разбежался и поплыл в Турцию. Велосипед можно забрать и самим тебя кататься. Или пускай стоит, а вдруг человек там съездит в Турцию и передумает на России, там можно гораздо лучше, чем там. Слушай, ты не кажется какой-то запах, а? Да. Чем-то подванивает. А, ну тебе. Газом, наверное. Это чтобы меньше есть, хотели. Вас газом. Слушай, это прям переживают даже за фигуру, что ли? А? Переживают за фигуру? Да нет, это жрачка. А-а-а. Плечи набрали, да все еще. Слушай, вот у меня стоит, как я купил пачку гречки, так она у меня и стоит. Ты че? Я же не сказал. Блин, лучше б манки закупили. Ну, если что-нибудь покупали. А что, манка вкуснее, думаешь? Не, манка. Молоко надо где-то брать. На вкус и свет, товарищи, нет. Ну да, согласен. В еде вообще... Я во время войны куплю вагон манки. Будешь самый необычный человек. Все гречку грызут, а ты манку. Живешь. Не, манку-то что, взял вот так, например, во время войны. С водой оба и кушать нужно. Да? А гречу пожми. Ну, гречу можно это на час 3-4 поставить даже в воде. Знаешь, наверное. Знаешь, как закус? А то просто водой смочил, сжал и все, и готово манку. Ладно. Не буду спорить, так не пробовал. Здравствуй, ты, море. Ты делал этот сам манку? Прикормку? Не, ни разу. Не, я с перловки вот недавно делал. Губной помадой туда насувал клубничной, пошел на
Все, ты рассказал, теперь все знают самую лучшую приманку для карася. Вот, зацените, скажите, мог он так постричься сам? Я просто очень хорошо умею все делать. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну давай, мужской стриптиз, теперь как бы подстриженный, помолодевший. Так я с утра это сделал, сейчас волосы надо обмыть. А, только прям, а прям, то прям только да, что. Сейчас с трусом пойдет. А я думаю, что ты сегодня так опоздал, оказывается, стригся. Ну да, торопился. Бывает, что могу сказать. Так, сегодня у нас, кстати, похолодание. О, а градусник у нас не работает. Ну, поверьте мне, в общем, было плюс 7, сейчас где-то плюс 12 градусов. Вода, температура примерно градусов так же. Да, пока он там будет купаться, попробую чуть поковыряться. Я забыл посмотреть вчера. Были проблемы, но я надеялся, что он все-таки будет работать. Нет, водичка возле берега, по крайней мере, попрохладнее. Я даже сегодня туда дальше не пойду, так как волны мешают этим заниматься. И немного ноги обжигает. Ну, а что-то как бы все хорошо и прекрасно. Ему, наверное, даже в удовольствие, что сегодня попрохладнее. А придет, скажет, говорит, жара. 100%. Давайте проверим. Не знаю, какой-то у меня вот запах не покидает, как будто, не знаю, вообще вот непонятно немножко. Вот как вроде говорили, что газом подпахивает, вот такое же ощущение, как будто газом подпахивает. Ветра нету, и поэтому, что он с Новороссийска к нам сюда пришел, не знаю, сейчас что-то сходит, придет, просто он там шел, отрится, палочки у него были, которые мешают дышать чистым воздухом. Сейчас придет и узнаем, как ему сейчас здесь. Радует, что наконец-то успокаивается ветер, потому что без ветра в Анапе еще интересней. С другой стороны, это плохо, потому что сегодня будет прям туда очень жарко. Я, в принципе, прогнозы не смотрю, поэтому какая температура воздуха будет, не знаю. Ой, куда это спряталось? Уходит в сторону. Отвлекаюсь. Ну, что-то там он увидел. Думает, не, наверное, не буду гулять. Или дельфины, или скат. Два в одном. В общем, Ашот замер. Так, что происходит? Ашот передумал. А что он передумал? Сейчас скажет, там что-то было не так. Впервые вижу, что он что-то задумался, нырять или не нырять. Делайте ставки, дамы и господа. Будет ли сегодня что-то Ашот купаться или нет? Там такой вопрос на миллион. Не, еще ша... Ай, да что ты будешь делать? Уходит сегодня. Нет, все, пошел дальше. Я думал, что-то он передумал. Сейчас... И все стало теперь. Интересно, что там происходило. Занырнул. Я думал, может, дельфины, русалки. Вариантов-то много. Что может происходить? О-о-о.
А там сегодня происходит прям очень красивые действия. Шот плавает на спинке, и мы смотрим по сторонам. С той стороны затягивает немножко тучками. Солнце уже поднялось и над гостиницей. Велосипед все так же стоит. Море шумит. В общем, все великолепно. Сегодня вот нету сильного течения, которое бы сносило. Вдоль берега есть небольшое, но это мелочь, так сказать, жизни по сравнению с тем, что бывает обычно. Дайте я задался вопросом. Обычно просто градусник, когда начинает, перестает работать, там как-то по-другому все это происходит. Сегодня он просто обрубился, и все, опять аж что-то встал. В общем, не узнаем мы сегодня именно от градусника. Будете доверять моим ногам и ощущениям. Вода, вот, по ощущениям, немножко холоднее на градус примерно, чем вчера. И вот и примерно так же. Все остальное остается так. Все, не буду больше мучиться, а то стою тут, отвлекаюсь от удовольствия макания и ног в море, наблюдания за купаниями Ашота. Все улетает по сторонам, и стоим мы через градусником. Градусник работать не хочет. Сегодня вас приглашаю, наверное, опять на какое-нибудь интересное действие. Поищем в загашниках видео какое-нибудь в 4К формате, чтобы посмотреть, что будет происходить на море. Так как, по крайней мере, пока погода обещает быть очень хорошей, прекрасной и классной. Ну, дальше, как говорится, время покажет. Все, Ашот уже накупался и пошел обратно. Я уже немножко принюхался, что это же практически не ощущает этот запах, но он есть, реально воняет. Блин, ну по-моему газом воняет, честно. Я сейчас скажу, что воняет газом, потом скажут: ну, Юра, ты, блин, что вы думаешь, и так далее. То есть вот я причем из машины вышел, начал говорить, что какой-то запах стоит неприятный. И как бы ощущения до сих пор, вот сколько уже прошло, не менялись. Как бы когда отвлекаешься немножко, переключаешься, а так в основном так и пахнет. Сейчас вот точно спросим. Может, не мне одному все-таки. Что там было? Что не купался? Пузыри какие-то подозрительные. Что? Пузыри какие-то подозрительные. Может, подводники к тебе пришли. Как тепло. Ты вот сейчас чувствуешь? Да вот. Запах. Нет, ты не чувствуешь, да? Знаешь, что легкий, да только как будто газолином, не? Да давно уже все жалуются. А? Уже давно все жалуются. Ну, я впервые почувствовал, то есть я, ну, серьезно к этому особо не относился, но думал, ну может где-то там какие-то утечки и так далее. Но сейчас прям вот я с машины вышел, мне начало вонять, и вот сейчас все больше и больше. Я думал уже, неужели речка за один день завоняла, то есть, понимаешь, ну так не может же быть. Не, уже давно люди жалуются. Может, это дезинфицирует? А, вот сейчас почувствовал. Есть, да, запах? Сейчас вроде нормально. Ну, там было. Ну, моментами. Ну, ветра нету, видишь, где-то стоит. Он, знаешь, как газ, он же не как... газолин это вообще, ну, это... Адерант, он же не газ, он, получается, добавляется в газ. То есть, по идее, если утечка на каких-то этих идет, то не должно вонять, то есть, на прокачке. Так как вот туда... Вот, чувствую, это писец просто. Ну вам повезло, вы в газовой стране живете. Газ есть, да? Да, правда, 60%. Радуйтесь, блин. Только может. Охренеть. Остальным вот нельзя. Слушайте, ну... Вот, а что-то же закашляло от газа. Травят меня. Не хотят, чтобы я на пляж. Вот, почувствуй. Прям вообще писец. Вот сейчас хорошо было. Да вообще как-то хреново, блин. Меня это совершенно не радует, на самом деле, могу сказать. Ну, откуда вот запах? Ну как, газовая страна. Газовая страна. Одна из самых больших стран, которые добывают в нашей
везде, где копни. Везде газ. То есть вот сейчас понял? Вот у вас как у саудовцев, все в песках запрятано. А, думаешь, под дюнами газ? Ну да, сейчас вы бурнете, как пойдет везде газ. И начнем это богатеть. Ну, не вы, а... Ну, он понял, он стоит, то есть нету движения ветра никакого, то есть вот он, мы идем, вот нету запаха, есть запах, нету запаха, есть запах. Есть. Да, то есть вот он моментами, то есть как-то, как пятачками стоят. Нет, здесь прям вообще нормально. Ну, я, ну, как... О, нету. С машины вышел, почувствовал, ты-то шел, это, как твои палочки дымил, то есть тебе не чувствовалось ничего. Я вот ждал, пока ты выйдешь из моря, чтобы есть, нету. А здесь прям вот прям есть пятачками. Подтвердить. Есть, могу подтвердить. Да. Так вот, та же фигня. Я сначала не поверил, понимаешь? Ну, откуда газом здесь может пахнуть? Тут газа не... Да давно уже люди, уже больше месяца. Мне, я просто... Во, опять, реально, как будто вот кто-то здесь слил баллон. Вот такое ощущение. Вот у меня в детстве, когда сливали газолин с баллонов, было вот такие же, ну, такой же запах стоял. Уже месяц люди жалуются. Я просто не обращаю внимания. Ну, я не чувствовал раньше. Вот мы сколько приезжаем, я в первый раз возле Мажипсина чувствую запах такой прям сильный газа. Что? Я иду, я с утра обычно просыпаюсь, у меня сегодня что-то голова кружится, блин. Эрдогану не доливают газ. Не доливают, думаешь? В турецкий поток. Все-таки подозреваешь турецкий поток. А что у вас еще может быть? Нам сказали, что это с Южной Озереевки запах газа стоит. Ну, помнишь, Чуковский рассказывал, море загорелось? Да. Бабочка. Ну, вот, про черное. Ну, там другое же. А? Там же другой у нас в море газ. Там у нас сероводород, он, блин. Ну, сказки же сбываются. Все равно когда-то море должно рвануть. Так уже рвануло же. Было в этом, в Крыму. Там-то вот эта глубина. У нас-то, видишь, сероводород не подойдет близко к берегу, а в Крыму как нефиг. Как и было у них. Потому что там глубина сразу. А что там было? Вот, поинтересуйся. Я прям просто боюсь внести разлад в отдых в Крыму. Поэтому набери в интернетах. Да. Думаю, будет интересно. У них там был этот инцидент. Я честно, я сначала вышел и думал, блин, неужели речка воняет? То есть, ну, может, я с утра не разнюхался, чем что-то еще что-то. И потом иду и понимаю, что ну, воняет газолином. Вот многие называют это одорантом, а по факту получается газолин. И я иду, честно, вот каждое утро просыпался, как-то бодренько себя чувствовал. А здесь я вот этой фигней подышал и реально, знаете, как будто вот качать начинает. То есть... У тебя машина ж не на газу? На керосине. На керосине? Блин, откуда? Ну просто тут вот реально в ближайшее место, где ближайший газ, я даже не знаю. Ближайший газ в турецком потоке. Причем смотри, то есть вот то, что объясняли эти, то есть это при ветре юго-восточном им будет запах газа. То есть здесь ветра нет, вообще ничего не шевелится, и вот он пятнами, короче, воняет. То есть где-то есть, где-то нету. Ладно, желаю всем бодрого доброго утра. Бесплатный газ уже у нас есть? Да, сейчас собирать начнем. Все, пошли, вот, бери мешок, насобираем. То есть вам, ребятки, всего самого лучшего, не болейте. Доброго утра. Да, и дай бог, чтобы все было хорошо. Дома. Да, не забывайте дома лежать и не болеть. Пока. О, кстати, лягушки. Две уже поют.